В парижском Берси проходит один из главных турниров мирового тура по дзюдо. Первый день «Большого шлема» оказался захватывающим, как и предполагалось. Перед началом соревнований президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и гендиректор энергокомпании MET Group Бенджамин Лакатош официально заключили соглашение о партнерстве. На церемонии открытия, которую вел Визер, были представлены искусно выполненные кота и гимнастические трюки. Первой чемпионкой турнира в весовой категории до 48 килограммов стала Блондин Пон. За нее переживали на трибунах арены в Берси тысячи болельщиков. Медали вручил член МОК и президент Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе. В весе до 60 килограммов Балабей Агаев из Азербайджана оказался сильнее француза Седрика Револя и получил золотую медаль из рук председателя и гендиректора MET Group Бенджамина Лакатоша. В категории до 52 килограммов олимпийская чемпионка Дистрия Красничи победила Реку Пуп из Венгрии. В финале ей хватило одного броска. В награждении принял участие исполнительный директор банка ОТП Шандор Чани. В весе до 66 килограммов золото досталось Украине. Богдан Ядов успешно провел эффектный прием против монгольского дзюдоиста Эрхембаяра Баттактоха. Медали спортсменам вручил член Международной федерации дзюдо и президент института Кадакан Харуки Уэмура. В категории до 57 килограммов еще одна золотая медаль досталась хозяйке турнира Франции. Присцилла Ньетта одержала тактическую победу над бывшей чемпионкой мира Джессикой Климкайт из Канады. Ее наградил специальный гость турнира лорд Эдвард Спенсер Черчилль. Это потрясающе бороться, получить медали, видеть такую поддержку на протяжении всего дня. Это придает нам сил. Так что спасибо за это. Лаша Шавдатуашвили из Грузии в весе до 73 килограммов победил в финале бразильца Даниэля Карнина. Медали дзюдоистам вручил президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафа Бераф. Я очень счастлив. Здесь особенная публика. Зрители нас очень мотивируют. Это прекрасное чувство, когда ты побеждаешь, и зрители рады твоей победе. В весе до 63 килограммов золото выиграла израильтянка Гиль Шарир. Она получила медаль из рук члена исполкома Международной федерации дзюдо Ясухира Ямасита. А юные поклонники дзюдо смогли встретиться с одной из самых ярких звезд этого вида спорта Кларисой Агбенину и задать ей вопросы. Таковы итоги первого дня турнира во Франции. Следом на арену выходят тяжеловесы.